Представители оппозиции, требующие отставки президента Виктора Януковича и выступающие за европейскую интеграцию, примут участие в общенациональном круглом столе под названием «Объединим Украину». Таким образом, уже сегодня начнутся переговоры различных политических сил страны с властями при участии экс-президента Украины Леонида Кравчука, чтобы найти выход из создавшегося тупика. Что думают на улицах Киева? Не уверен, что мы здесь пробудем долго. 17 декабря президент собирается подписать этот противоречивый документ по таможенному соглашению с Путиным. Или он не подпишет его. Но в любом случае 17 декабря станет для нас решающим днем. Арбузов, как и другие члены правительства, много говорят. Но мы не можем ему верить из-за того, что произошло в ночь на среду, когда милиция применила силу против демонстрантов. Так что веры им никакой нет. Мы не будем. Впрочем, Киев приступил к работе над дорожной картой для определения сроков и условий подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Накануне Брюссель посетил вице-президент Украины Сергей Арбузов. По его словам, никакой паузы в переговорах не было. В то же время на заседании Европарламента в Страсбурге многие депутаты выразили солидарность народам Украины и заявили о недопустимости оказания Москвой давления на Киев.